Всем добрый вечер, клуб трубостроителей. Сегодня с Антоном Мамаевым покажем... О, Антон Мамаев покажет переворот. Ну как, это переворот, но там один нюансик, на который мы внимание обратим. То есть обыкновенный переход, переворот, положение партнер меняет, да? То есть партнер выдернул ручку отсюда, чуть-чуть меня перевернул, чуть-чуть. И здесь начинается кто кого перебучит. И вот это... Вот это движение, да, сразу ручку, да? Вот именно вот это движение ногой. Сейчас все на длине мяч болтаем. Хорошо. То есть забрал и на бочок уронил. И вот тут положение такое. И я могу на него накатиться вот сюда и перевернуться. И он на меня катится. Вот, да. И вот опорное положение. Вот нога опорная. Левой ногой Антон забирает ножку, просто подбивает ее и переворачивает. Ну и сразу как положение выходит на рычаг локти. Так, ущемление скорее даже все получилось. Динамика, нет? Ну да, нормально. Ну, боремся. Потянул, перевернул. Кто кого здесь? И сразу выход. На. Ну вот здесь самое главное, вот этот момент, когда опорная нога в моем положении помогает мне, чтобы меня не накатил, не перевернул. Антон просто свободной ногой эту ногу подбивает и дальше продолжает накатывать и продолжает накрывать и делать болевой. Сейчас. Можно, правда, в пятку еще пойти. Пятку? Как? Ну, с ноги подбивать. Вот. Да. Пятку или так. Вот. То есть варианты. Самое главное, что ногами работать как руками. Ноги должны быть такие же ловкие и как руки, только ноги еще сильнее, поэтому там много вариантов. Спасибо. Длиннее. А? Сильнее, длиннее. Сильнее, длиннее.